Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать, как связать тапочки на ребенка 7-8 лет. Сейчас я все вам о них расскажу. Померяем подошву, сколько здесь подошв. Меня давно просят связать на чуть больше размером. Ой, другую возьму линеечку, что-то это не хватает мне. Так, ну вот натяжечку где-то 16-17 сантиметров. Вот видите, они же тянутся, да? Вот, 16-17 сантиметров. Эти тапочки я связала на девочку. Вот у меня тут есть такая небольшая нога. Поменьше, чем у меня есть другие. Мы сейчас померяем на нее. Ну, вот так вот примерно будет смотреться они. Вот подошевка. Бесшовная. Вот такие будут они впереди смотреться, эти тапочки. Я взяла два цвета. Вот такие вот. Зеленый и такой вот фиолетовый. Вы можете взять любые цвета. Даже если вы хотите связать на мальчика, возьмите просто темные цвета и вот эту косичку не вяжите. Вот и все. И будет вам тапочек на мальчика. Это пряжа Физалис. Я покупаю ее Бутинете. Это германская фирма. По интернету я заказываю. Физалис. И здесь 50 грамм, 196 метров. Ну, почти 200 метров на 50 грамм. Она довольно-таки тонкая, поэтому я ее вяжу, всегда беру в две ниточки. Я люблю эту пряжу вязать, потому что она такая вот, на как, хоть и написано здесь 100% полиакрил, но мне кажется, здесь как бы ХБ добавлено. Что-то она такая вот, она не тягучая, такая хорошая ниточка. Итак, все, меньше болтаем, давайте приступаем к вязанию. Дальше, спицы я брала, по-моему, 3 или 3,5. 3. Спица номер 3. Итак, я начинала вязать вот сверху. Я вот так положу, чтобы мы видели, что мы будем вязать с вами, да? Так, я взяла зеленую ниточку. И будем вязать резиночку. Смотрите, вот какая резиночка. Она такая вот необычная, видите? Она как магазинная получается. С изнаночной стороны. Я сниму сейчас ее. С изнаночной стороны получается вот так вот, как узелочками. А с лицевой получается вот так вот. Она вяжется очень и очень просто. Если она вам понравится, то вы можете ее использовать в любых других изделиях. Итак, чтобы связать такую нам резиночку, нам нужно набрать петли в два раза меньше, чем нам нужно было бы набрать вот на этот вот тапочек. Я бы набрала сюда 42 петли. Из них 40 и 2 кромочные. 2 кромочные мы вычитаем, остается 40. Вот эти 40 петель мы делим пополам. 20 и плюс 2 кромочные, 22 петли. Итак, мы набираем 22 петли. 3, 4, 10, 20 и 2 кромочные. Вытаскиваем одну спицу. Дальше. Кромочную снимаем. Следующую вяжем лицевую за заднюю стеночку. Две петли провязали. Третью мы вяжем под ряд спицу и вытаскиваем вот с подряда. Дальше опять одна лицевая, одну вытащили, одна лицевая, одну вытащили. Так мы вяжем до конца ряда. Так, провязали 39, потом 40-я мы вяжем лицевой, потом перед кромочной мы опять вытаскиваем с подряда, вот снизу, и последняя 42-я кромочная. Итак, вот мы провязали первый ряд. Второй ряд и все остальные ряды мы вяжем, кромочную снимаем. Дальше мы вяжем, тут у нас идет тот, который мы подряд с подряда вытащили, да, мы ее вяжем изнаночной, дальше лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная,
лицевая. Так, лицевая, изнаночная. То есть лицевой мы вяжем полноценную петлю, а изнаночной вяжем ту, которая вроде бы вот как накид. Мы ее вяжем изнаночной. Вот у нас получается вот такой вот интересный ряд. Высоту тапочки вы определите сами, какая вам нужна. Покороче или повыше. Так, последняя у нас идет лицевая и кромочная. Вот у нас первый ряд готов. Вот это у нас изнаночная сторона, это лицевая. Какую хотите, такую вы на лицевую и возьмите. Здесь я провязала 3 сантиметра, а вы смотрите сами, сколько вам нужно. Итак, дальше вяжем резиночкой 1 на 1. Итак, смотрите, что у меня получается. Камера моя едет. Так, стоп. Так, хвостик у меня с левой стороны. Теперь я беру другую ниточку и провязываю 2 ряда лицевыми петлями. Все петли. Также в обратную сторону вяжем лицевыми. Провязали 2 ряда лицевыми. И еще мы провяжем 2 ряда лицевыми. То есть 4 ряда мы вяжем лицевыми петлями. Вот эти 4 ряда. Итак, провязали мы 4 ряда лицевыми. Теперь я поднимаю зеленую ниточку. Там, где она у меня тут? Вот она. Первую кромочную я провяжу. Дальше вяжем одну лицевую, одну снять. Ниточка остается сзади. Одна лицевая, одну снять. Так, солнце светит. Наверное, девочки, я закрою окно. Так, наверное, лучше, да? Так, одна лицевая, одну снять. В конце лицевая, одну снять и кромочная. По изнаночной стороне снимаем кромочную. Дальше у нас идет снятая петля. Мы ее опять снимаем, но нить уже впереди. Мы ее заводим за работу, эту ниточку. Следующая петля лицевая. Опять рабочую нить на спицу. Сняли. Рабочую нить оставили перед петлей и завели за спицу. Лицевая. Так мы вяжем до конца ряда. И потом опять поднимаем сиреневую ниточку. И 2 ряда вяжем лицевыми петлями сиреневой ниточкой. Итак, провязала еще 2 ряда сиреневой ниточкой лицевыми. И теперь подниму еще зеленую ниточку. Чуть
Просто мы сделаем чуть его повыше. И еще мы 4 ряда, то есть 2 дорожки, провяжем тем цветом, которым мы вязали с вами резиночку. У меня это зеленый цвет. Итак, лицевыми я еще провяжу 4 ряда. Итак, смотрим, что у нас тут получилось. Провязали мы верхнюю часть, вот эту вот до зелененького. И теперь будем вязать мысик. На мысик я взяла другой цвет. Вот смотрим. На спице 42 петли. На мысик я взяла 12 петель вместе с кромочными. 42 минус 12 – 30, и делим пополам 15. Значит, мы 15 петель переснимаем на правую спицу. 2, 3, 4, 12, 15. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Теперь я беру сиреневую ниточку. Дальше. Одна лицевая. Это у нас будет кромочная. И дальше вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и кромочная. Здесь у нас также 15 петель. Разворачиваем на изнаночную сторону. Кромочную переснимаем. Следующая. 1 лицевая. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перед кромочной. По изнаночной стороне 1 лицевая и кромочная. Разворачиваем. Кромочную снимаем. И дальше вяжем все лицевые. То есть средние 8 мы вяжем по лицевой лицевыми, по изнаночной изнаночной. Кромочную первую снимаем. Последнюю провязываем изнаночной. Перед кромочной мы вяжем по лицевой, лицевой, по изнаночной тоже мы вяжем лицевой. И эту также мы после кромочной вяжем и по лицевой, и по изнаночной стороне лицевой петлей. И изнаночной вяжем кромочную. По изнанке мы кромочную снимаем. Вторая лицевая. Средняя 8 изнаночных. Перед кромочной лицевая и кромочная. По лицевой стороне все петли лицевые. Так, смотрим. Вот считаем боковые вот эти вот шишечки, да? 1, 2, 3. Нам нужно провязать их 7. Вот мы вяжем так вот вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И потом начнем перекручивать.
средняя 8 петель. Вяжем пока дальше, так точно, как мы провязали вот эти вот ряды. Так, смотрим. Вот я провязала, вот так вот должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь будем перекручивать косичку делать. Если кто не хочет с косичкой, можете не делать. Если вы хотите связать мальчику, то тоже можете не делать, а дальше продолжать вот так точно вязать. Так, снимаем кромочную. Одна лицевая. Теперь у нас лицевой глади 8 петель. Мы делим 4 и 4. Так, за работой. Первую, вторую петлю пропускаем. В третью и в четвертую вдеваем правую спицу, а первую и вторую снимаем. Эти две у нас уже на спице. Подхватываем левой спицы первую и вторую петлю и меняем местами с третьей и четвертой. И одеваем на спицу. Сначала вяжем третью, потом четвертую, потом первую и вторую. Теперь здесь у нас еще остается 4 лицевые. Перед работой вводим спицу в третью и в четвертую петлю. За работой снимаем первую и вторую. И за работой подхватываем вторую, первую и меняем местами. Третью, четвертую наперед, а первую, вторую назад и провязываем. Третья, четвертая. Ну и первая, вторая. Дальше у нас идет одна лицевая и кромочная. Вот так вот. По изнаночной стороне, как обычно, кромочную снимаем. Одна лицевая, 8 изнаночных. Одна лицевая и кромочная. И еще два ряда мы провяжем обычно, как мы вязали. Так, и еще раз мы сделаем так точно перекручивание, как мы делали. Кромочную сняли, лицевая. Заработаем мы. Третью, четвертую. Меняем местами с первой и второй. Провязали их. А здесь перед работой. Провязали. И дальше вяжем так точно, как мы вязали вот эту часть, пока не будет у нас 14 вот таких вот шишечек. Потом начнем убавление делать. Я с вами пару рядочков провяжу.
Вот так у нас. Кому надо размер больше или меньше, вы меряете на ножку. Сейчас уже можно одеть на ножку и посмотреть. Будем вязать, пока у нас достигнет мизинца. Потом будем делать уже убавление. Итак, вот смотрите, что у нас получается. Вяжем дальше, так точно, вот как мы и вязали с вами. Только уже не перекручиваем. Итак, вот смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь кромочную снимаем. Дальше вяжем лицевую. Потом 2 вместе мы вяжем одной лицевой. Потом вяжем одну две, три, четыре, потом две лицевые мы переворачиваем на другую сторону и провязываем слева направо одну лицевой. Дальше лицевая и кромочная. Снова вяжем по изнанке лицевая после кромочной, потом одна, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, лицевая, кромочная. И еще раз мы сделаем убавление. Две вместе, 2 лицевые, 2 перевернули. Две вместе, лицевая и кромочная. Так, дальше. Вяжем также изнаночными те петли, которые были у нас вот лицевыми. Одна лицевая, одна изнаночная. И теперь мы два ряда провяжем все петли лицевыми. По изнанке вяжем все петли изнаночные. Все, мысик наш готов. Вот такой у нас получился. Так, дальше. Дальше мы переснимем петли, которые у нас зеленые. Переснимем эти 15 петель. Здесь у нас зеленая ниточка оставалась. Итак, мы провяжем теперь лицевыми. Считаем здесь 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Теперь здесь вот по этой стороне, нам нужно добрать 17 петель. 1, вот в эти косички. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дальше мы так вяжем следующие средние 8. Также лицевыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше мы также здесь добавляем, добираем 17 и потом добираем здесь 17 и потом 15, провязываем все лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И на зелененькое я еще одну добавлю, 17-ю. И следующая здесь 15. Так, вяжем назад мы все петли лицевыми. Два ряда провяжем лицевыми петлями. Итак, я провязала 4 ряда. Вот здесь у меня 2 дорожки зеленой ниточкой. Теперь я отсюда отрежу сиреневую. Немножко оставлю здесь, чтобы ее закрепить. Теперь подставляем эту ниточку сюда и также провяжем вот таким вот рисуночком вот здесь вот внизу. Здесь у нас такой рисуночек и здесь такой. Только мы меняем цвет ниточки. Провязываем первую лицевой. Дальше одна лицевая, одну снять. Одна лицевая, одну снять. Вот так вот. По изнаночной стороне также мы снятую снимаем, но ниточка уже перед петлей идет. Следующая лицевая. Провяжем до конца сиреневой ниточкой и потом еще зеленой мы провяжем 4 ряда лицевыми петлями. Так, смотрим, вот мы довязали, еще я 2 дорожки провязала зеленой ниточкой. И я хочу замерить, сколько мне тут получилось сантиметров. Здесь у меня ниточка была бракована, пришлось мне ее соединить, отрезать. Так, девочки, вот смотрим над той частью, где мы начинали перекручивание. У меня получилось здесь 11 сантиметров. Вот здесь, в верхней части. Вот здесь вот самая такая
длинная часть. У меня получилось 23 сантиметра. Вот отсюда, от уголка до уголка. Вот 23 сантиметра. Сверху донизу у меня получилось, вот если выровнять ее, 17 сантиметров. Вот сюда вот. И теперь будем вывязывать подошву. На подошву я взяла 10 петель. На спицы всего у меня здесь по кругу 72 петли. 72 минус 10 – 62. Делим пополам – 31 петля. Я убавляла, так брала сиреневую ниточку. И теперь я возьму сиреневую ниточку и провяжу 31 петлю. Пять, шесть, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 31. Теперь вяжем 10 петель, средняя, также лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы не ошибиться, посчитаем здесь, чтобы тоже было 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, а ну-ка еще раз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Так, правильно. 31. Теперь из этих 31 мы будем убавлять эти 31 петлю, которые по бокам мы провязали. Вяжем только среднюю часть подошвы. Тут у нас лицевая сторона сейчас. Мы убавляем по лицевой стороне слева 2 вместе, провязываем из этих 31 2 вместе, 1 изнаночной. Развернули, пересняли провязанную и вяжем 10. Средняя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это у нас изнаночная сторона. Тут у нас остается 31. Мы их также будем убавлять лицевыми, провязывая 2 вместе по изнаночной стороне. Перевернули на лицевую сторону, пересняли провязанную и вяжем средние 10 петель. И в каждом лицевом и изнаночном ряду мы будем после 10 провязывать 2 вместе изнаночно по лицевой стороне. И после того, как мы провяжем 10 по изнаночной стороне, с левой стороны будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Вот. Лицевой. Считаем, чтобы у нас в серединке было всегда 10 петель. Развернули. Итак, мы вяжем дальше, убавляя подошву. Пока вот здесь у нас останется 5 петель недовязанных. И здесь останется 5 петель. Потом будем убавлять пяточку. И вязать потом пяточку будем вот сюда, вот наверх.
швов у нас не будет в этом тапочке. Итак, я убавила боковые петли. У меня осталось тут 5 петель, не считая этой вот сиреневый цвет. И здесь 5 петель. Теперь последний раз я убавила вот здесь. Теперь провязываем петли подошвы, но не до конца. Провязываем лицевые, не довязывая 2 петли. Вот. Теперь мы берем эти 2 и третью из тех, которые мы оставляли 5 петель недовязанными. И провязываем изнаночной 3 петли вместе. Здесь уже 4 осталось. Разворачиваем. Вяжем также по изнаночной стороне, не довязывая 2 петли. Вот так вот. Берем эти 2 и третью из тех 5, которые мы не довязали, не доубавили. И так мы вяжем каждый ряд, пока останется у нас 2 петли. Убавляем боковые до конца. Здесь у нас уже осталась одна. Это зеленая. Здесь также осталась вот одна. Убавляем последние 3. И убавляем здесь последние 3. Осталось вот 2 петли. Итак, у нас осталось здесь 2 петли. Теперь будем поднимать вот здесь петли и с этой стороны. И будем вязать задничек. Я вязала зеленой ниточкой. Можете продолжить вязать сиреневой. Ну, или какие там у вас цвета. Разницы нет. Итак, здесь я набирала 16 петель. Набираем вот с этих косичек 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь вяжем по изнаночной стороне эти петли все лицевыми.
плюс 2 петли, которые у нас оставались. И по этой стороне мы поднимаем изнаночными также 16 петель. Так, подняли. Провязываем теперь эти петли до середины. 16, то есть петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Так, здесь у нас две вот эти центральные петли, которые мы оставляли. Мы их провязываем. И будем эти 16 петель, которые мы поднимали, нам их нужно будет убавить. То есть провязывать по 2 вместе. По лицевой стороне 2 изнаночные, а по изнаночной стороне 2 лицевые. Пересняли, 2 провязали, убавили 2 вместе. Развернули. Пересняли, 2 провязали, 2 вместе убавили, развернули, пересняли, 2 провязали, 2 вместе убавили. И так мы поднимаемся наверх, убавляя боковые петли. Вот у нас поднимается пяточка, вот так вот. Вяжем до последней петли, потом здесь закрепим, и все, тапочек готов. И после того, как останется по 3 петли, кроме этой 2, здесь вот 3, 2 не считаем, и здесь 3, мы убавляем в конце 3 вместе. 3 вместе убавили. Пересняли, так, 2 провязали, и потом 3 вместе убавили. И все, и закрыли петли. Ой, скрипит ниточка, потому что я туго прям стягиваю сильно. Так, все, отрезаем ниточку. У меня тут маленький кусочек остался. Да нет, не маленький. Так, отрезаем ниточку и затягиваем вот сюда вот сзади. Немножко опущу вниз, а потом, как я обычно, рассоединю, свяжу и отрежу кончики. Ну вот и все. Вот наш тапочек готов. Вот один, вот второй. Так, мы сейчас, наверное, померяем на ножку. У меня такая вот есть ножка одна. Но она только одна, она чуть меньше моих других колодочек. Вот это мы только-только с вами связали. Вот смотрим. У нас получилась такая вот подошва. И вот такие вот тапочки. Я вас благодарю за урок. Вяжите с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравились эти тапочки, можете поставить лайк. Я жду вас
всех на своем канале. Всем благодарю за вашу подписку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Ну, сегодня буду с вами прощаться. Всего вам доброго, дорогие мои, и до новых встреч. Всем пока-пока.